7 новых случаев коронавируса подтверждены в Новгородской области. Об этом сегодня сообщил Роспотребнадзор. Очередной антирекорд поставлен в целом по стране. Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. За последние сутки выявлено 1459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Федеральный оперативный штаб. Это вновь рекордный суточный прирост. В Новгородской области 7 новых случаев, но такой разовый скачок неудивителен. 14 проб уже несколько дней были на подтверждении в Москве. Таким образом, в области сейчас 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Трое пациентов выздоровели. Точные причины смерти одного пациента с таким диагнозом установлены. Это официальная информация регионального оперштаба. По данным ресурса stopcoronavirus.rf, в соседних регионах ситуация такая. Вологодская область – 35 случаев, Ленинградская область – 112, плюс 373 в Санкт-Петербурге, Тверская область – 19 случаев, Псковская область – 16.